Я являюсь руководителем христианской миссии в городе Запорожье. Основная наша миссия именно заключается в том, что мы проявляем заботу о людях, которые в большей части находятся на улице. Люди с улицы, социально незащищенные. Вот видите, сколько людей за моей спиной. Стараемся кормить их духовной пищей в первую очередь. И слово это дает плоды. Очень много людей покаялось. Приняли кому, уже водное крещение. Мы подкрепляем их плоть, раздавая продукты питания и обязательно же литературу, христианскую литературу. Это, скажем так, та пища духовная, которая необходима каждому человеку в этой жизни. Я благодарю Господи за всех этих волонтеров, которые находятся, которые посвящают себя именно этому служению. Это не обязательно люди с церкви, это люди, которые приходят и с мира, а потом они же каятся и становятся служителями и приходят в церковь. У нас есть молодежный центр «Тема», который помогает нам именно в приобретении продуктов. Мы получаем это все бесплатно и распространяем также бесплатно. Я благодарю и славлю Господа Иисуса Христа за ту возможность, которую Он дал нам именно в этом служении. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Господу!